Здравствуйте всем, с вами диджей Котик, и мы начинаем запись Altis Life Arma 3. Мы загружаемся за человека, со мной Кент, мы чуть-чуть отдыхаем. Как говорится, алкаши, пьяни, ДЦП. У нас такой план. Сейчас загрузимся в Ковали. Хотим, возьмем какую-нибудь черную Волгу, возьмем заложника. И что мы сделаем? Мы отвезем его на красную зону, да? Отвезем его на красную зону. И там потребуем выкуп. Ну это все визуально. Сначала пистолет будем, ест. Сначала будем импровизировать. Но будем стараться, чтобы было веселее. Посмотрим, как отреагирует милиция этого сервера. Что-то грузит долго. Не, грузит нормально. Он уже загрузился. Сейчас. Воспроизведение загрузки происходит. А, мне надо еще графику уменьшить. Салам. Скажи, что за хуйня? Что ты мне с друзей удалил? Напиши. Напиши. Что он... Я, ну, не интересно. Она тебе привет передала, и я что-то... Ну, спроси меня. Я ее тоже удалил. А у меня тогда да. О, мы загрузились с специалистом. Все, мы в отеле загрузились. Ладно, тогда мы будем искать жертву в отеле. Так, нам нужно найти банду сначала, да? Держащего. Так, так, если мы уже держать, нам сначала нужно купить тачку. Специально, да? Возьмем какую-то тачку. Продажа автотехники. Вот. Сейчас мы чуть-чуть уменьшим. Чтоб FPS мост не ебал. Понятное дело. Окей. Все. Окей. Все. Пошли. Кого-нибудь лежать. Сейчас мы тачку купим. Походу тут этот фильм снимался. Дети кукурузы. Столько кустов, блядь. Может быть. Это все слышится? Конечно. Запись идет. Так что матерись во всю свою душу. И все это попадет в YouTube. 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 И давай наливай. ДЦП нужно пить. Чтобы понизить свой ДЦП. Вниз по карьерной лестнице. Социальный. Похуй. Одно и то же. Карьера, социальная. А, отдыхалка кончилась. Может кто-нибудь есть на дороге? Сейчас может подвезет кто-нибудь, надо искать. Увидим кого-нибудь. Сразу надо канал поменять. Прямая трансляция. Чуваки! Есть кто-нибудь? Довезите меня. Пешком ходить. Ну, заставляет 700 километров бежать. Вот Саня. Вот тебе нахуй. Физкультура. А чё это? Пресс качать. Так же бегать. Чё тут, машин нету ни у кого, что ли? Так, ставить. Есть, можно. Надо сейчас заходить на банду. Пойдем сначала наручники, а потом будем искать жертву. Мешок, пару штук наручников. Да, есть, кстати, еще один вариант. Это кого-нибудь под прицелом заставлять добывать то, что тебе нужно. Ну, прицел есть. Он легальный. Потому что. Главное, что он легальный. Вот он получается. Вот там, вот прицел. Шифта, что брать. Ну это только пистолет. А чего автомат? Это нелегальное оружие. Я его оставлю для более серьезной темы. А тяжелая артиллерия? Я тебе говорю, для серьезной темы. Так можно купить? Оно у меня в разработке. Надо, нет, базука там, я не знаю, для Стингер, да? РПГ. Это в разработке. Я тебе говорю, Саня, у меня тема, бля, тюрьму забрать. Давай, сколько лишнее. Ну, люди уже примерно поняли. Так. А что те, кто смотрят, нахуй, это ваш маленький секрет.
Сейчас там пару людишек закачает видос. Ну, игру. О! Чувак! Салам! Здорово! 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 Роман! Здорово! Как она? Чего хочу? Куда бежишь? Чего хочу? Давай, может, какой-нибудь гопнем? Хочешь заложника взять со мной? Да нет, спасибо, я по делам бегу. Ну давай, удачи. Что говорить? Я говорю, последний. Так, надо сначала беруши надеть. Shift. Ач. Бля. Все в кучу нажал. Shift. Ач. Вот, вы стали беруши. Так что он сказал, что-то я сам не понял. Да, хули, у него всех микрофон идеальный, сами. Он сказал, нет, спасибо, я по своим делам. Вот, я максимум все поставил, беруши надел. Какие там могут быть дела? Там веселиться надо, бля. Он дальнобойщик. Дальнобойщик без КамАЗов. Не, он бежит к гаражам. Он к гаражам бежал. Там гаражи в той стороне. О, женская одежда. Покупай. Не-не-не, я транссексуал не хочу быть. Ну, потом, конечно, будет, там заманивать. Там, потом. Я знаешь, кого хочу? Я хочу попа. И еще хочу это, гранат нацепить. И собрать толпу народа и сказать: братья мои, любите Господа своего, и взорваться. И толпу забрать с собой. Опа, это какая-то чувак. Есть кто-нибудь там? Это микро. Чатачка, мужики! Вот, чувак стоит. Не твоя машина там стоит. Волков меня удалил. Давай дальше, что ли? Здорово. Смотри, они чувака разделили. Отличные дела. Че, скинул меня? Пошли. Куда идем? Гейм-пидорасы тут два раза меня попытались гопнуть, блядь, нихуя ничего не получилось. Пойдем и гопнем. Там одного щелкнули, другого щелкнули, и перестраховался людей брал. Я родной, давай экшен устроим. Не, у тебя сейчас не слышу. Сейчас двоих пощелкал, они типа, короче. Прям возле банкомата, прикинь, охуели, прям на дом учили. Ой, на торговца этой бумаги, блядь, вообще охуели совсем уже. Че, пойдем и заберем туда? Давай их заберем, заставим их работать. Давай заставим работать. Пока не отработали свое дело, не отпустим их. Кассира вон бежит. Я еще одного типа, короче, ищу. Зовут его Денчик. Короче, он мне топчит. Ляма 3. Знаешь почему? Потому что я ему дал хент, и он весь хент на темпусе поехал. Тот въебался в меня в темпус, короче, и взорвал две мои машины. Прикинь. Нихуя, нахуя. Давай, да. Давай. И главное еще, короче, прокатился. Я вообще его взял, знаешь, для чего? Для этого. Короче, ну, водила взял вот тупо. А я сказал, как бы, ну просто баранку будешь кутить, как бы это просто мне нужен человек, чтобы мою машину довести до там до нужных точек. Там получше 4100. Как бы. Что, давай это калаш возьму. Калаш возьму, ну, на всякий. Давай подъедем в гараж, я калаш вытащу, ну, на всякий там. Защита будет такая ваша. Давайте так, гараж подведете меня. А что тут? Два места. Ты это принял, бля? Надо. Да, принял. Уже нормально принял. Давай тогда. Тойота! Нихуя себе рекламу. Давай это гаражам. Калаш я вытащу. Максимум, короче, вот сейчас я рассказал им этот случай, вот, как ты их двоих щелкнул. Прикинь, охуели совсем возле банкомата прям. А кому сказал? Ну, человек тоже, диджей Котик, он, короче, свой. Я его знаю. Все свои. Так что поздоровайся. Там двое полюбил, так что?
Да. Давайте ваши сисурити. Сейчас возьмем коллаж и ваши сисурити будем. Прикольно, я тоже хотел быть сисурити. Ну я могу вас нанять, у меня лимузин есть уже. Я, кстати, себе лимузин купил, кстати. А что, может какую-нибудь РПшечку замутим, нет? Так что, мы... давай тогда ты лимузин возьмешь, я мы возьмем. Слушай, давайте знаете, как сделаем. Садим в лимузин, типа как это, мафиози такой, к тебе там, мафиози такой, ты там. Слушай, подожди. Смотри, сейчас я короче сделаю, сейчас в гараже сейчас сделаем. Смотри, чтобы все было легально. У меня есть, короче, этот MP5, получается. Могу дать кому-то. Короче, смотри, надо чтобы как-то чтобы легально было. Я собираюсь, короче, по валу ехать. Так вот. Так что вам же не вы же не будете посланческой татуировки рассекать. А пока не мере. Нет, давайте все в костюмах. Все в костюмах будем. Вот и все. Цивили. Не, ну если хочешь цивильно. Так оброненько нужно все равно. Не, если хочешь цивильно, давай цивильно. Не, вот смотри, можно так же, как у меня костюм, короче. Вот. Братки, а есть какой-нибудь это аптечка? Да. Да. А то протекаю потихоньку немного я. Чё? Абдулла течёт? Максимус сейчас. Ого, палец стоят. Здесь палец. Это медики, да? Медики, да? Да, медики. Точно не ментовские, точно не ментовские, точно. Точно пиздец. Не, они мне нужны, короче, вообще. Нормально установить. Сейчас с ним поговорим. Господа медики! Нам нужна помощь! Это не медик. Это не медик. Это не медик. А как взлететь? Да какой взлететь? Ты даже не посмотрел. Я уже сижу. Это падальщик, а не медик. Чувак, открой, пожалуйста, свой вертолет. Дай выйти, пожалуйста. Я думал, это медики. У меня ничего нет. Полетели. Сейчас полетим. Поехали. Открой вертолет, пожалуйста, чувак, открой вертолет. Выйти, нет, выйти да, надо. Да. Туалет хочу. Сейчас описываюсь. Да им пофиг, хоть обосрись. Сейчас обосрусь. Вон, наложи ему на заднем сиденье. Сейчас наложу на заднем сиденье. Вертолет, блядь, надо его вынести нам. Дай выйти, мужик, пожалуйста. Слушай, давай выйти. Жиму, дай выйти или наложу. Да, если есть аптечка и пожрать, то... Сейчас обделаюсь. Я не знаю, лайк поставлю. Армен, брат, накорми человека. Армен, что, пожалуйста. Меня. Я здесь. Слушай, если он не медик, спасибо, брат. И не полицейский. Можно его на рейс зацепить. Я, короче, бежим. Чувак, давай, может, это, тюрьму захватим? Тюрьму хочешь взять? Давайте тюрьму возьмем. У меня рюкзак не стоит, у меня ни хавки, ничего нету, короче. Ой, бля, обидно. Бен, больно же, ё-моё. Я подкласса получил спиртухана такого. Нехуй залазить в вертолет без спроса, блядь. У меня нету кавшика. Блин, у тебя тоже нет. Чувак, ты ж не закрыл дверь, Открытые двери были. А что, зайду, работаю. Заходи, кто хочешь. Ты, братан, кавшика нет. Нажми отсюда. Да, все. Что ты хочешь сказать? Что бэкшену стоит. Да не, перестань. Подвигнуть. Нормально поговорить. Ну вот я и говорю. Я тебе могу рыбульчика накинуть.
Тоже не помешает. А чизи попить, блин. Я попью сейчас. Я попить. Пить хочу, пить хочу. Спасибо большое, вообще человек. А чё, какие планы? Я вообще зайду, готов работать. Да пока на работу нет планов. Ладно, Арменчик. Попёрли. Залазь, да, по делам пойдём. Удачи, парни. Если тюрьму захотите взять, мы вместе. Окей. Арманчик, всё, запомнил. Я там не буду. Короче, жрать надо мне срочно, иначе я сдохну. О, точно, надо покушать. А чё вы кушаете? Мясо? Веган. Ну как правило, мясо. Да иди, Саня, капсло, пожалуйста. Нихуя себе. Питной. Капсло нажал и базаришь. Нажал? Сейчас пойдем, сядем. О, ну ничего себе у тебя тачка. Скажи, как нажал. Че ты хочешь сказать? Так, ты он, посмотри на него, он стэтхом. Вообще, коренной. Херню точно не скажу. Нажми капсло. Нажал. Парни, давайте экшен устроим. У кого какие мысли? И все молчат, блядь. Да, блядь, я уже включил. Для этого надо с ментами сначала договориться, потому что... Да нас уже четверо, не будет, уже толпа, можно сказать. Ребята, или повалят, уже повалят. Включил, да. А вот и о ком вспомнишь. Да я ему скажу, сука. Где слог? Вот он. Слышит. Тормозни. Мне надо пожрать, иначе я это вообще сдохну. Какой час доеду уже до этого. Давай, хорошо. Парни, вообще какие планы? Планы? Сейчас подожди, я тебе перед. Можно как раз за планом заехать. За планом? Да нет, мне надо хаос. Все, спасибо большое. Уходи. Да нет, это все юмор. Давайте экшен замутим какой-нибудь. Придумаем что-нибудь. Спасибо. Сейчас я покушать надо. Волк, подойди, пожалуйста, к магазину. А что такое говорить сразу? Кушать хочется. Бля, я машина. Откройте магазин! Откройте! Меня закрыли! Как выйти? Я закрытый! 50 хватит. 50, садись. Чё там? Чё там базарит? Да. Садись. Чуваки, подожди, кушать подкинь, хочется. Подкинем за кипко. О! С нами чувак. Чувак, как дела? Хабибка. Ехал, ебался, блядь, и вылетел. Но машина должна стоять. 50 где? Штук предлагают, короче, за таксовщика. А, братан, как дела? Слушай, давай проще раз, смотри. Я тебе сейчас достану этот ВАЗ. Короче, доедешь, там ее убросишь, заберешь свою машину и все. Че вообще, о чем говорим? Чуваки, мы же хотели как-то там что-то там лимузин, какой ВАЗ? Я на лимузине своем не повезу. Не, ну мы хотели же тему замутить. Какой там вас? Что-то вы уже это меняете. Да нет, я ему хотел дать вас, чтобы он уехал до своей машины. А, да тут бежать-то километр. Ну там, ты что, добежать не сможешь? Не спортивный, что ли? Скажи Хабибу этот, скажи Хабибка, открой этот. Жилет, нахуй, мало ли у него там взрывчатка, нахуй, какая-то лишит. Чё, уходите, подорвёт. Они жёлтые все, ходите жёлтые. А это чё жёлтый, нахуй, уже не ходит. Жёлтый. Нет, так, уходи. А,
Свобода. Сейчас, как договоримся, мы просто тачку арендуем или сопроводим? Сопроводим? Да это груз на миссии выполняет. Нет, мы не миссию выполняем. Мы хотим ебало порвать. Да что-то вы его как-то рвете. Стой, давайте еще дам тебе. Так, надо покушать взять. Кассира изнасилуйте хотя бы. Можно. Вон, кассир стоит. Спроси, работаешь? Нет, это нельзя. Мо деньги скину. Спиздить нельзя. Вот так, даже автотехника. А, бери, да я буду, бля. На аренду возьми машину, вообще доедешь. Ударить нельзя. Там за 2000 лазит. Ага, спасибо. Надо покушать взять. Я голодал. Да в этом притоне, блядь, покушать. Ну да, мы жарим, кровь. Просто понимаете, в чем прикол? Таких вот людей неизвестных довозить до какого-то места очень опасно. Понимаете? Поэтому я не стал. Наоборот, таких людей надо ловить и убивать. Ну, по сути, да, ты прав. Главное, были бы мы при амуниции. Главное. А я просто до их падаю, если честно, я хоть куда-то там что-то к нему отвозить. Этого надо, главное. 2000, которые мне не жалко, дал ему, взял военду за эту заторную машину, еще и поехал с Ингелом. И все. Что-то грустно. Чувак, на Волге. Чувак, стой! Чувак! О, нихуя. Автооткрытие двери. А, Борис, господи, да. Здорово. Да. Поехали тему займемся. Хочешь тему заняться? Кого-кого? Веселое что-нибудь замутить. Так, хочешь? Подожди. Давай это. Короче, берем жертву, сажаем ее в машину и требуем выкуп. Хочешь? Да мне сначала до своей жертвы надо ехать, которая лежит на дороге. А там можно. Ну, во-первых, по правилам первого на воздухе можно как минимум. Тачку отремонтировать. Ты долбоёб, только в курсе, что правила новой жизни к своему месту трупу нельзя подходить. Это он. Там около него мои деньги лежат, около моего трупа. Подойти. Там около моего трупа деньги лежат, и вот хочу забрать. Блин, много денег. Ты смотри, у него даже, бля, этого нет. Ты что, где-то так? Короче, смотри, ты будешь нашей жертвой, а я подберу твои деньги, отдам тебе себе. С чего я должен становиться вашей жертвой? Теперь ты жертва. На тебя уже шел. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Нет, ты что, гонишь зеленая зона? Жертв, да? Нет, это просто... Чтоб он согласился побывать в РПшечке. Да нет, чувак, все нормально. Просто ты Волгу возьмем, используем вместе с тобой. Ну, как вместе с тобой поедем, там, чувачка возьмем. Тебя используем. Я сейчас до своей тачки доеду, могу вам ключи отдать и делайте с ней что хотите. Мне главное мою машину. Да какой Волга, там отверткой нахуй можно, блядь. Нам, в принципе, Волга подойдет. Поучаствовать в РП или нет? Ну, ключи на вас, да, же? Тебе там предлагаю. Мы тебе деньги и тачку твою отдадим. Ты просто поучаствуешь с нами в РП или нет? На дело. Я так не пойму, вы хотите кого-то в жертву взять, и чтобы я в этом принял участие? Да. Нет, ты жертва. Я тебя не хочу, сейчас не будет. Да, блядь, бог с тобой. Да, зашмица. Я тогда, пожалуй, поеду. Ты скажешь просто то, что тебя типа в заложники взяли и туда и так далее и тому подобное. Пока. Говори с ним, с него пока. Не, я откажусь. Он не интересный. Чё ты такой скучный? Это вам, это знаешь, вам куда, знаешь надо ехать? Куда надо ехать? В этот, в Ковалу, там Ковалу, полно там людей. Да, на нём. Ковалу. Ковалу. Ты давайте найдем какую-то машину на дороге, ее тормозем тараном, типа ДТП. Приедут менты, разбираться начнем, берем их в заложники, и все нормально будет.
Только нужно наручники заранее заручиться. У меня, короче, менты отобрали наручники. Да сейчас их, сейчас их купим, там подъехать, там банду забрать, и все, флаг. Вот, тогда да, подзаплатки, они не знаю. Не знаю. Не, ну реально, то есть тема, да, так вот подъехать, да, там. И поедем, короче, на тройке. Приедут, мы их, хоп, наручники сзади, и все, они наши люди. Прокатите такое. Ты ментов, что ли, хочешь забрать? Ну, а чё бы нет. Они же есть? Давайте да, мы это будет. Давайте только такие костюмчики к уме наденьте. А есть? А где одежда? Где одежда? А вон он. Сейчас попробуем. Заставляет одеваться. А, вот это что? Так нихуя у тебя, блядь, 20 штук стоит. Сейчас, товарищ, подожди. С меня деньги требуют. Нужно снять бабки. Хоп, прыжок. Хоп, прыжок. Сейчас замутим тему. Вы пока будьте тут, будьте в городе, городе, я сейчас до гаража перейдет смешу. Как вам сказать? Ты только дорогой не бери. Ты только дорогую не бери. Я говорю, давай это ДТП типа устроим, ментов вызовем, менты придут, мы их в наручники. И все, они наши люди. Братишка, поверь мне, вот сколько по опыту я связан с ментами, никогда РП не получится. Они приедут и просто будут империть, короче, по жесткому. Здесь нет такой системы, что они как-то отыгрывают свою роль. А с ними даже легализировать группировку никак не получается. Типа, чтобы определенную форму одежды, типа повстанческую и броники, типа, разрешены были бы, что ну, собирается цель клана, короче, вполне доброжелательные. Они какую-то там, вот, короче, вот. Я про то, что вот Иван Иванов, вот он был вообще охуенный. А это я его очень давно не вижу. Не, а если и подъедет тут вот один, вот подъедет один, короче, чувак там будет, вот будет там один чувак, вот что, нельзя будет заложники забрать, что ли? Ну, можно замутить и делать это запросто, я за, я за любую тут. Это в жизни надо себя хорошо вести. Я как бы здесь не фермера играю. Давайте, давайте, давайте замутим. Да, должны купиться, что вы, каждый день что ли такое происходит у них? Конечно, они даже, блядь, не будут думать нахуй об этом. Блядь, дверь закрыта, чей-то дом, ёбаный в рот. До больничка довезёте меня, окей? У меня что-то это, писька протекает, походу. Сиська потекла? Ну, писька протекает. Чупик, скажи, да? Нет. Так-то обцелили одета. Аллах бабаха сидела. Блять, как вы далеко от меня? Да как далеко? В соседнем углу. Вот, вот за деревом буквально. Не, до волка бегу. До волка бегу. В гараж побежал, зачем за ним бежать? Сейчас приедет. На лимузине. Матово, матово. Я буду голосовать на дороге. А как вообще вот эти жесты делать?
Shift и на капслот, ну, на правой клавиатуре там цифру нажимаете, будет сейчас. Ага. Я понял, ты проверяешь. Короче, Shift 8 самое основное, что ты сможешь узнать. Еще так в ладоши. Это не лимузин. А вот и жертва. Нет. Это не лимузин. Я точно. Я узнал, это не лимузин. Что, свои? Ну да. Я сейчас вам это подгоню сюда. Смотрите, иди сюда. Я сейчас дам. Мне похуй, я уже сижу. Мне заебись. Ему заебись, он отдыхает. Да, я умираю. Вон, смотри. Вон, смотри на полу. Бля. Блядь. Дай мне выйти. Волк, открой так. Я все возьму, что ты скажешь. Только не в рот. Похуй, я буду вот так. Возьми парик черный, чувак, в машине. Тебя, кстати, как зовут в машине, чувак? Да, Макс меня зовут. От слова Макс. Можешь назвать меня Максютка. Там. Паричок не хочешь иди? Махмутка. Махмутка. Макс. Махимас. Ага, я здесь. Я тоже с вами дружу. Посмотри этот... Тигр в сети. Тигр. О, сам беспредел. Сейчас гляну. Ну этот, который чопает. Кто хотел создать. Не, нет. Подтверждаю, нет. Саня, наливай. Чё, вы на деле костюмы? Ну я, короче, в своём спортивном. Я на нем в областном ходил. Блять, мы летаем, короче. Мы, короче, вообще летаем. Мы летаем над городом. Блин, давай тебе, короче, походу. Вижу. Так. Это диджей Котик сегодня, блядь. Блин, хуёво, что после той хуйни, нахуй не дышался этой. Теперь в плане, нахуй. Чё, Волка, как будем мутить? Жертву берём или просто катаемся? Да, просто катаемся. Можем сейчас этот, на лимузине поехать, так вау. Пока ты моя охрана. Все сурики. Че там на охрану? Вы мою похожи. Так правильно. Я, кстати, МП5 есть. Никого не понял. Правильно. Зачем понимать? Ты же с бородой. А, вот так, вот. А! Все, нет, чувак. А тачка-то открыта. Поехали. Садись, поехали. Садись, Волка. Поехали, сейчас тема будет. Я. Да, бери лёд. Ни хрена у тебя тачка какая шустрая. Мы проебали Волка. Куда он? Только что. Что-то он исчезает. Что-то какие-то проблемы, Серёга. Ждем. О, я появился. Слышу, он бегает. Волков, у тебя какие-то проблемы с сервером, я тебе сразу говорю. Ты что-то исчезаешь, появляешься. Вообще-то, это я был в магазине. Ну да, я тоже. Мы поняли, потому что ты появляешься и бывает исчезаешь. Просто исчезаешь и все.
Чё, давайте тогда этот... лимузином, что ли? Вам ПП-5 можем кому-нибудь автомат? Давай, нет, я никогда от автоматики не отказываюсь. Так. Я готов даже сидеть за него. Где у нас больше всего народу ходит в основном? В Ковале, да? В Ковале. Поедем сейчас до Ковала на лимузин. Давайте сразу к магазину. Так, в гараж сейчас поехали, лимузин в гараже. Ну давайте тогда в гараж сейчас сначала. Так поехали в гараж. А у тебя лимузин как, потом быстрый? Поехали не в гараж. Так, я что-то метки не вижу. Да, гаража, лэдзго. Let's go. Чё за бля, рейтер ебанутый? Ау. Куда-то не туда. Что-то баг какой-то, я метки не вижу. Это потому что это лучше. Давайте я пересяду тогда на пассажирское. У кого есть метка, сядьте. А, о, загрузил все. Я сразу говорил, что здесь компьютер, УБС вообще не самый лучший. Но зато здесь есть пепелка. Я буду звать тебя тракторист. Ты, короче, там знаете, как сделано? Сейчас мы отыгрываем тех квест, смотри, там конкретно, кто будет подходить ко мне, типа, вы будете говорить, типа, там. Вы там, короче, охрана, там, тыры-пыры, там, предъявите документы, мы хотим вас обыскать, там, так далее, чтобы к своему клиенту... Нет, документы это лишнее, в плане того, что они явно залупнутся на это. Ну почему вы охранники должны потребовать, кто его знает? Чем подпускать к нему? Просто нахуй посылать и доставать по любви, вот и все. Ну, только в плане того, что тебе надо будет одеться в другую одежду, а нам надо будет одеться, скорее всего, в черную. Ты будешь, не знаю, более светлый, без рюкзака, без всякой такой хуеты. То есть, ну или тогда вы можете чисто в черное тогда одеться. Да, мы, короче, будем в черных костюмах тусоваться. Также без рюкзаков, но с амуняшкой. То есть, пистолет и МП-5. А чё, Хабиб, у тебя акцента-то нет, а? Хабиб, чё у тебя акцента нет? Дай прикурить. Ну еще. Так вы этот, отойдите. Алло. Все, мы прикурили. Мы вообще здесь закурили. Как надо. Мой лев, да. Достану. Это лимузин? Ты, короче, форсаж насмотрел. Я вещи достать. У тебя тут целая система. Я могу здесь отложить. Лимузин вытащить, мы попрем, короче, в Ковал, в толпу народу. Ебало рвать, короче. Давай, Саня. Там я подписываю. Что у меня немножко в тигре. Че, я подписываю? Там, короче, мы это... У меня какой фланг? Когда вот она, красавица. Я, короче, беру толку. Дайте ты нахуй, она и так не знает, как я беру. Я беру, короче,
Подхватываю момент, беру, короче, какого-нибудь чувака, сейчас в банду заедем, беру чувака, короче, заложника, одеваю на него этот, ну, короче, сейчас я объясню. Знаешь, братан, откуда это я достал? Давайте вот давайте кто вот возьмите импорт. Включи вот этого. Пози. Это так. Чурки, давайте так это сделаем. Чурки. Это. Давайте это. Когда приедем, найдем какого-нибудь новенького. Скажем это. Ты, короче, это, нарушил территорию там Дона, там, Волков. Зайди в машину там. Нужно нам поговорить. Вот там дофига новеньких. Вчера я даже там был. Там они ВАЗик в аренду брали. Он зайдет, короче, в машину. Он по-любому зайдет. Новенькие, они все послушные. Это, ему скажем, ты, короче, с нами поедешь, то тоси-боси там. И должен там то-то, то-то там сделать. А мы на него, короче, наручники. Садитесь, и вперед, короче, его. А там даже еще решим. Главное сейчас добраться туда. До Ковалы? До Ковалы. Конечно. Ебать, я еще за рулем, блядь, нахуй я за рулем. Не, ну если с таким умыслом прям, кто-то должен уже сидеть в доме, а мы его должны доставить. Чуваки, да, вот так. Максимус, хочешь сесть за руль, а то я чуть-чуть выпиваю. Давай ты за руль сядешь. Да я могу так тебе сказать, что это не лучший вариант, потому что я уже давно выпивший, я хотел сидеть с Доном Волком и покурить. Короче, мы все Горынычи, да? Мы все горели. Сейчас как дыхнем в гаишнику, да? Так, и сразу ставлю метку, короче, на магазин, да, на общий. Ты сильно не торопись, потому что я буду сейчас курить и дымить. Сейчас квартиру сходили? Дон. Дон Волк. Вы не против, если я здесь покурю? Дом Волк. Волков. Дом Волков. Дом Волков. Нет, ты будешь... Нет, ты будешь Волк. Ты будешь Волк. В натуре. Ты Волк. И у Волка есть котик. Я курю, Дон Волк. Максимус, ты вообще реально накуренный. Тебя окружает Волк и котик. Ебать, 11 километров ехать. Ебать, чуваки, 11 километров ехать, я с ума сойду. Нашел, где ехать. У меня главное дорогу выехать. Дорогу выезжай. Ты за рулем? Ну да. Я секундочку, сейчас чуть-чуть пройду сами. Ну, я им предлагаю, они уже все бухие, нахуй. Я, короче, самый трезвый, потому что я только... А! Я самый трезвый. А птички же есть? Да. Да. Ремки есть, а птички есть. Все, выживем. Только сильно не разгоняйся. Да так чуть-чуть.
До первого столба. Сейчас починю. До первого столба. Да меня отвлекли просто, рюмку налили. Рюмку чувак налил. Со мной рядом сидит. Отвлек чуть-чуть меня. Я нечаянно. Я возмещу ущерб. По 10 штук каждому. Пойдет? Гуляем, парни! Ёпта, что это с вами было? Я ничего там не искать чувствую. Что-то она, бля, подсохла быстро как-то. Прикинь, за рулем никого. Их выкинуло, Саня. Или тебя, может, выкинуло? Нет. Или они сдохли. Какие-то они дохлые. Собирай машину и вотирую. Что? Андрюха, начала пора. Блин, снимаешь? Они сдохли, не пишут мне. Бля, не ожидал, что вы умрете, конечно. Плюлькин нужен. Надо пристегиваться всегда. Я вам сразу сказал, что я пью. И предложил сесть за руль. Они сдохли, блядь. Они сдохли. Ну реально, я не ожидал. Я даже сам не пристегивался. Я не ожидал, что они умрут. Сейчас Они, наверное, сейчас обидятся. Чуваки, только не обижайтесь, я честно не хотел. Он же вам изначально сказал, я накатил. Ну, я изначально сказал, что я накатил, я не... Это руль опасно. Нам нужно найти трезвого. О, точно, нам нужно найти трезвого чувака. Я уже рядом. Блять! Я умер. Ебался, что ли? Сука, блядь.
Бля, может за Минька зайти? Давай за Минька зайдем. А у тебя есть? Ну, здесь убираешь. Ну, надо подождать теперь респауна. Придется 5 минут ждать, пока мы это исполнимся медиков. Нету. Медиков вообще ноль. И медиков неподалеку ноль. Прием, прием, слышно? Или на том свете не слышно? Лимузин в траве. Ну и. Ты можешь, чтобы веселее было, давай этому. Да сам чуть-чуть веселее. Куда еще веселее, если мы уже сдохли? Ромки наберу, через две дороги тут сходим, дунем. Не, я дунуть не буду, Саня. Хочу. Сразу. Хотя, у него коки есть? Сразу в себя придешь. Ход есть. Коки. Куки это что, блядь? Куки это яйца, по-моему. На этом, блядь. Кокс. Какой нахуй кокс, блядь? Ты, блядь, косяка свой сначала. Уже на кокс нахуй сразу. Незаконные предметы, блядь, если это незаконные действия, ты в интернете сейчас за всем общаешь. Запись идет в интернете, все, тебя менты уже задал, нахуй, блядь. Всё. Слышали? Мы плохие, блядь. Мы курим, долбим, но нюхаем. Что у него есть? У него много вообще? Я не знаю, мне позвонить надо узнать. Ну ты позвони, узнай, что ты ждешь. Так я тебе сначала я предупредил, что, блядь. Узнать, нахуй, есть ли у тебя силы вообще, бля, ягодицы свои поднять, нахуй. А вообще есть, ты имеешь в виду туда заистая к нему зайти, на... ну ты понял, куда. Ну мы там обычно поедем. Ну, наистая. Да. А он сюда вообще не так, да? Может он сюда подтянуть? Да, он легкую может потянуться. Ну и все, да, туда подтягивайся, 10 минут. Пошли, пошли. Кто сказал, ну? А он не слышит. Кто тут? Ёпту, смотри. На окна смотри. Нет, что ли? Бля, кончилось. Где второй? Вспышка была. Слева. Пиздец, как посветил. Бам, бам, бам. Дай мне одежду. А то у меня там это. Лицо. Нецензурное на майке. Можно девок еще даже затянуть. Не, это шлюхи. Не сука, не да? Сука, да. Же, когда мы это, там его не было. Ты бы видел, блядь, их на. Ты бы охуел на. Алло, Ромка, ты там с кем? Так ты что, умер что ли? А машина где? Дуешь что ли? Кем? Мы лимузин что ли проебали? Не говорите, куда это. Вроде наркобарон у нас, сука. Слабенький. А у кого есть, блядь?
Закрыто он? Да не, блядь. Хочется просто, ну. Возьми кого-нибудь сюда, дуй. У кого есть, ну. Нет, зачем, ну. Со своим присутствием, ну. Ты давай это, блядь, просто так не воспринимай. Как-нибудь серьезно отнесись к этому, нахуй, подсуетись. Маякни мне, я тебе перезвоню. Да я по голосу, сука, слышно, ты уже обдолбился, скотина, нахуй. Набухался, значит, блядь. Что-то голос у тебя уставший, нахуй. Я не спал, бля. Вот ты скотина, нахуй. Ладно, отдыхай тогда, чё ты. Пиздуй домой, нахуй. Давай. Давай. А. Кто? Сега? А, не, Сегу я соседу подогнал уже, нахуй. Уже нету. Паша вот этот с Мишей с четвертого. На день рождения ему подогнал, тот пиздец счастливый был. С нашими технологиями, ебать, Сегу ему подогнал, ебать, довольный был. Ну, если что, наберу. Сейчас нету. Давай, то баланс пиздос. Да. Есть. Давай позже свяжемся, у меня сейчас сядет, нахуй, у меня пиздец. И батарея садится, и баланс, нахуй, на нуле. Аккуратнее, аккуратнее едет, едет, нахуй, чувствительнее. Продолжи аккуратно. Дан Волков, дайте мне понести вашу сумку. Неудобно, Дан. На мне все, пиздец, проебал. Ты номер, который ты набрал, не зарегистрировал. Это что значит? Это все пиздец. Ты теперь еще денег должен. В смысле, я вчера вот, блядь, только с ним по WhatsApp списывался. Ну вот теперь ты еще и денег должен. И мне еще денег должен. Мне Виктор должен, вот ты сам. Да возьму его тебе, я все помню, нахуй. Где Виктор? Возможности сейчас. А я, сразу. Сука, два дня назад хотел водку, бля, у него возможности нет. Я же, Андрюха, у меня есть литр водки, давай выпьем. А просто все затихарились, и пиздец. Мне стыдно было. Все затихарились, а ты, блядь, хотя бы набрал бы, спросил, нахуй, а потом бы уже говорил. Ну, блядь, Сань, реально, такое спрашивает, извини меня, какой-то, и чё? Набрал, чё, спросил? С пустой рюмкой. Ёбаный в рот, на клавиатуру еще. Ну, она пустая, все равно. Конечно, там, блядь, разлил половину, ну, на клавиатуру. И она теперь пустая. Я медика вызвал, сейчас может припиздить. Сейчас канал поменять. Где место сбора? Сбора. Блять, я МПХу проебал, пиздец. Место сбора укажите. Сейчас иди сюда, в этот автопарк. Короче, парни, вот здесь вот. Вот здесь вот все находится. Вот эту точку ставлю, если вы видите ее.
Видите, 4 единицы между торговец наркотиками и гаражами. 4 единицы. Вот если лям. И надо и Димке набрать. Слышишь? Давай Диму наберем. Принял, двигаюсь. Да. Ты, Андрюха. Один на три, тут Тома. Мы буквально недалеко проехали, вот такая хуйня. Он реально какой-то чувствительный лям. Я просто спустился вниз, и я сразу умер. Просто я спустился вниз и сразу умер. Он реально какой-то чувствительный. Аномалия. Аномалия. Что за херня? Деньги снимаются, а машины нету. Но она там уже, наверное, стоит, поэтому. Но она закрытая. Я ее, ну, я когда сажусь, всегда закрываю, ты же ключи дал. Дай ее там найти. Вот, все, иди. Я в ковальне закрываю. 1 километр достали. Я Enter когда нажимал, вам сообщение отправить, почему в ковальне случайно загрузился. Ох ты, сколько тут тачек. Я, наверное, пойду банду туда взломаю. Отмычки возьму, сейчас тачку какую-нибудь заберу. Тут мимо нихуёвая, бля. Ух, ебать. 900 метров достали. Охуеть, тут какие тачки есть. Сейчас, сейчас. Всё, я за отмычками иду. Саня, сейчас мы отмычки возьмем. Пойдем тачки взламывать. Да. Сейчас ближайший это. Флаг заберем. Банды. Вот он. Полтора километра. Так, мне нужна тачка. Сейчас я тачку возьму. Свой из гаража. Что за машина? Лексус. У меня там калаш лежит. Че? Ехал не спасаться. Там две какие тачки там стоят. Охуеть. Нивы там, Лексусы. Короче, ну правда они дешевые. Ну нихуёвый, сами по себе. Я тебе что сказать хотел? Про вот этих девок. Что за девки, шлюхи опять? Нет, одна наша родственница. Алена Малышева. Алена Малышева, знаешь такую? Малёк её знает, нахуй, она наша родственница. Что я, что он, нахуй, с ней нихуёво общаемся. Вторая её подруга. Вот и я вот нашей родственнице за тебя рассказывал. Я говорю, давай, говорю, как-нибудь познакомься. Может, это она и есть? Который... Слышь, Игорь, слышь. Ну, это... Да. Нет, это не она. Угу. Это посимпатичнее. О, с тобой ехать, тормозил. Это во-первых. Тихо. Я уезжал в гараж, когда ехал. Здорово, чуваки. Посуду. Что за скамяк? Повредил мне бампер. Не хочет платить за бампер. Здравствуйте, гражданин начальник. А кто мне за колеса заплатит за мои? А кто виноват? Подождите, можно получить? На боре два. На колесах еще, сука, сидит. Да, не слышит. Чувак, ты что, на колесах сидишь? Давайте, сначала. Машина. Гелик серебристый. Чей седан? Покажите, пожалуйста, документы, чтобы я хоть ориентировался. Так, подбери меня. Что ты уж уезжаешь? Как, начальник, а ты не можешь узнать, чей седан? Ты же можешь проверить. Я могу проверить. Но мне вот надо, чтобы говорили, человек сам подал документы. Ага. Чисто лично, да. Ох, какая тачка тут красивая. Гражданин, ваша тачка. А чья это Audi синяя? Чувак, твоя Audi синяя? Ты внутри? Так, всегда ваш, да? А, это Металска. О, какая красивая. А меня-то, я не твою тачку, ты не твой Лексус. А гражданин начальник, а как к милицию попасть там, чтобы это, с вами играть там? Какая у вас тачка красивая, тоже на такую хочу кататься. Блин, подождите, пожалуйста. Сейчас мы тут разберемся и... Слышим, да. Ждать. А долго ждать? Блять, пиздец. Это тройка, блять. Так, а пикапчик чей? Вот это, гражданин. Мы там открыты, да.
Вот этот панель, который стоит возле нас. Сейчас бы сел бы уехал. Садись быстрее. Садись быстрее. Да, порадуй, дай. Давай садись. Отмени все. У Нива! Да ну нахуй! Черно посажу. Сейчас без фар, без фар. Вали. Аллах бабах. Аллах бабах, блять. Алла, Мария, что делаешь? Тачку спиздил. А, ты занята? Да не, пригласить хотел. Бана, урод, хули ты говоришь, блядь? Где машина, как бы? Координаты, как вот Сучан говорит. Тут чувак, короче, тачку оставил открытой, короче, ее забрал. За вами ехать, блядь. Ну ты не ходишь, да, значит? Грустно. Куда? Причем вот дистанция 1000 с хуем метров. И че? Вылезай на. По делам, блядь. Чё за дела у тебя? Какие дела могут быть в твоем возрасте, ну? У меня дела могут быть посерьезнее, ну. Вот и я о том же. Или едь туда, куда по делам, нахуй, или приезжай и по. Топ, ты что, на машине что ли? Да? На лимузине? На лошади. На лошади. Попадет так. Попади, все, я, короче, к вам, чуваки, тачку, короче, чьи-то забрал. К вам нет нормального. Чего? Я что-то да тачку нет. Забрал к вам еду. Не знаю, что открытая была. Не страшно, не страшно, Маша. Давай. Ну забираем. Скоро буря. Будем беспределить. Офигеть, она чувствительная. Я на тормоз нажал, она сразу остановилась. Просто я назад нажал, она сразу остановилась. Это что-то типа Нивы. Но не Нива. Надеюсь, это не моя Нива. Оранжевая такая. Не, нихуя, я так и не балуюсь. Блять, я опять въебался. Нет, чувак, все нормально, не очкуй. Чувак, все нормально, просто покатались, а что ты сразу так? Я тебя возмещу, давай я тебе починю, сейчас я тебе ее починю, не бойся, не бойся. Я тебе ее починю и все, тебе даю, я тебе еще 10 тысяч заплачу, согласен, да? Чини, чини. Бля. Давай банкомат. Сходь. Деньги в банкомате. Я куплю ремку. И тебе ее сразу починю. Почему сразу лох? Все нормально. Че ты сразу так переживаешь? Зачем ты на пассажирское сиденье сел? Нормально, ты же вышел же. Все из-за руля. Ну блядь. Че, давай, чувак, скатаемся в город. Пойдем вместе, да. Пойдем, пошли вместе, пошли, пошли, пошли. Я тебе сейчас бабки сниму. Вот дай тебе документ, то есть боси, все дела. Вот запоминай меня. Сейчас я тебе все ремку куплю. Сжи меня здесь, я тебе все, все сделаю. Да блять, иди своей дорогой, ебаный вот. Он на заднем сиденье спохотел, я его все видел. Видел.
сука, блядь, это пиздец. Иди, говорит, своей дорогой, блядь, лишь вот ебись от меня. А, ебать, ебать. Это тема, это тема. Чё там, тёлки базарят? Сами. Блядь, мне всё покупать, я умер. Блядь. О, тачка, тачка. Здорово, чувак. Подпросишь до города, как соберешь? Что говоришь? Что говоришь? Подбросишь до города, как соберешь до магазина. Я подожду, мне не к спеху. Сука, вот я... Как начал у тебя... Держи. Сука, колет нахуй, не могу. Больно, пиздец. Спасибо, брат. Спасибо, чувак. Чё ты проголодался, да, песиков кушаешь? Да, 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 да. Персики, витамины, это приятно, конечно. Я тут просто на чувака сел в машину, думал отъехать. Ну, врезался чутка, выпил. А он, оказывается, сидел на пассажирском сиденье. Неловко вышло. Я ему, ну, обещал десятку, сейчас ему отдам, конечно, раз обещал. Чтоб честно все было. Спасибо. Спасибо. А что за сигнал? Что-то ревет так. Чувак, что так ревет? Что там базарит? Что там базарит? А? Что на базаре? Да она, блядь. Чувак, что там сигналит? Что там сигналит? Дэнни, что за сирена была? Ты подскажешь? А чё? А чё? Вот, сейчас сирена какая-то была. Не подскажешь, что это такое было? Да не. Да не. А, это, вы чё, куда едете? Да, сейчас уже никуда, сейчас пуля будет, тачу. А, уже рестарт рядом? Да. Да. А, ну ладно туда, ладно. Чувак, стой, чувак. Флубер. Это, у тебя это, пистолет есть, дай погони. Купи, чё ты не купишь-то? Да ладно, чё ты, жалко что ли? Вон 10 минут остался. Зачем тебе пистолет на 10 минут? Ну как, самое интересное происходит самые 10 минут. Нет, я боюсь тебе давать, ты это можешь убить кого-нибудь нечаянно. Кого-нибудь? Да нет, кого-нибудь я не бью. Так, просто нечаянно. Что-то ты какой-то мутный тип. Погоди, мне пожрать надо. Мутный тип. Да ладно, ладно, ладно. Я шучу просто. Я кушать хочу сейчас. Покушаю чутка. А ты вообще сам чем занимаешься, Фуга?
Дальнобойщик? Ты что там? Я сам бумагу вожу. Пока ничем. Пока ничем. Деньги есть. Деньги есть. Просто так. Просто так. Народ шугает. Народ шугает. Шугаешь всех? Не, сам просто люблю так. Я на бумагу ездил, сам копал бумагу. Ну, красиво получается. Хочется что-нибудь такое, типа там, тюрьму хочешь взять? Хочешь? Хочешь тюрьму взять? Чё-чё, прости? Чё-чё, прости? Тюрьму, тюрьму взять. Тюрьму взять? Тюрьму взять. Взять тюрьму, взять ты, тюрьму имеешь ты имеешь в виду? Да. Зачем ее брать? Чё там интересного? Ну как? Берем, заходим, типа там общак приносим, там фрукты, мандаринчики, чай. Берем металл заложники и давайте нам 700 тысяч и вертолет. Не, глупый план. Можно наоборот. Мента похитить и за него выкуп взять. Выкуп взять. Ну, да, но это надо это людей надо много, людей чтобы, много было. Чтобы было. Ну, людей так будет хватать. Не, нам главное туда внутрь зайти. Мент-то по-любому будет наш. Главное пройти внутрь. Скучный чувак. Очень скучный. Очень. Вот этот толстый чувак, это лучше. У меня, между прочим... А, не здесь. Парни. Сейчас это, рестарт, да? Да, вы сейчас где? За машиной. За машиной едем. А? Я тут в ковале все узнал, тут сейчас тишина. Один мент гуляет. Как бы так, как все, сякого нету. Но людей тут человека 5-6, короче, вот местный лазит. 5-6 где-то насчитал. Но машин тут очень много. Нужно, короче, наручники брать и только так и забирать сейчас машины. Ну тут джайские такие вот нивы там, ничего такого серьезного нету. Одна вот иномарка, сейчас скажу, что за машина. Я даже не знаю какую марку. Какой-то лев с мечом. А в основном седаны, да, нивы. Опа, баги. Вот и баги есть. А баги много вообще стоят? Нет, нет. Короче, здесь одни нищеброды свои машины поставят. Давайте, короче, все эти машины заберем, чтобы все милиция в шоке была. Чтобы они все аж сразу все поделились, устроить стали, там всем дали пинка под зад. Под затыли. Ну бан захотел, что ли? По поводу, по поводу машин взломал в зеленой зоне. А, ну в зеленой зоне бан. Ну понятное дело, что бан. Надо так, аккуратно. Они все тут в основном катаются. Вон, с зоны вышел чувак, на машине выставил. На выходе. Давайте на... Точно, давайте на КПП встанем и все. Типа проверка. КПП закроем, сразу встречаем. Вы уже Блядь, что-то у меня живот колит, нахуй, конкретно.
Мы как пить с тобой начали? Так тебе, сука, и надо. Давайте после рестарта на КПП встанем. Уже все равно произошел банк поднимать. Они начнут поднимать, мы сразу их встречаем. Так, чуваки, там, тоси-боси, все дела. Банду занимаем, мешки берем, наручники берем. Блин, погоди, блин, подожди. Погоди, подожди. Так? Я тебе предлагаю, говорю, давай, говорю, КПП возьмем, на выходе они будут все выезжать, шалбам закроем, и они все наши, они будут тормозить. Машину ищем, подожди. Он не говорит расстояние, а ты перебиваешь, подожди. А, ну все, понял, ладно, мешать не буду. Что-то они там по своей. Чувак, ты сдох. Царство тебе небесное. Земля тебе небесная будет, мазафака. Ты, главное, не умирай. Жди. Скоро рестарт, и ты снова оживешь в своей тельняшке желто-черной. Блядь, ебанор, ты тут канистру бросил. Давай нюхнем ее. Ты мне еще не даешь тут лазить себе. Ты весь в крови, чувак. Я буду молиться за тебя. Что случилось? Давай помолимся за него. Пусть до этого. А чего у него? Волосатый зебру похож. А он зону сбежал. Да? Царство ему небесное, там, земля ему пухом там, он проебал все свое и свое вся. Бабоси, давайте поделим бабоси, чуваки, давайте поделим. Сколько у них тут посчитали? Штук 5-6 бумажек, давайте поделим. А, смотри, они уже между собой делят. Ты еще не нагнулся. Нет, чуваки, давайте это честно там. Тоси-боси, все дела там, аккуратно там. 100 там баксов, поделите, все остальное ваше. Как раз покушать, я кушать хочу. Че, иди купи, покушай. Вон деньги валяются. У тебя пиздец два ляма, нахуй, ты ебать еще. Да я голодный там очень. Ты делаешь, блядь, пильнуть хочешь. Хороший выбор, а че, чувак, ты че, устал, что ли? Да, ему что-то плохо. Я возьму, играй! Тебя нахуй, Димон звонит. Да, солнышко! Здорово, солнышко! У нас тут сейчас рестарт будет. Я тут денежку упрашиваю чуваков ковать. Ой! Чувак, ты чё стреляешь-то? Опасно же, ёбаный в рот, а? Ну больно же будет всем. Я у тебя в машине посижу и... Благо, все, надо будет. Говори. Давайте, ребята, после бури жду. Чё? Ну да, там чувак умер, я говорю, давайте его деньги разделим. Там деньги лежат. Я говорю, 100 баксов не дайте, говорю, покушать. Остальное ваше. Он стреляет, сука, начал. А чё, заходи, сейчас рестарт будет уже, сейчас мы тут сами чутка бахнем. Ты чё, ёбанур, ты не ко мне пришёл? Ты чё, а? Ты чё всех поставляешь? Мы с тобой как договариваемся? Мы хотели тюрьму взять. Ты потерялся. А, ты хочешь уже сейчас ему брать? Там Волков вообще, он что-то там заднюю свою сдает, какую-то хуйню морит, там, типа, давайте, лимузин, тоси-боси, там, все дела, там, типа, у меня прокатите, там. Ну, так будет, ерунду, короче, моти, там.
Я ему говорю, да, говорю, сейчас кого-нибудь возьмем, говорю, заложники там, да и увезем его куда-нибудь там. Скажем, вот давай, вот Саня предлагает идею, давай скажем, типа, ты давай работай, короче. Машину загружай там бревнами там или чем там. Они на своей теме вот этой хуйни ушли, пиздец, он мне даже удалил сначала, а потом хоп, обратно кинул, короче, всю эту банду. Ну реально, стрёмно как-то, блядь. Чё с детским? Ну реально, детский какой-то лепить, мы же всё-таки в игру играем, блядь. А он такую ерунду, знаешь, вот, что-то, ну реально, хрень какая-то, сам посуди, Сань. Ой, Дим. Я ему вот такую хуйню, ну как, нихуё, ну ебало порвать. А он мне такую хуйню говорит, еще и меня удаляет. А потом мне обратно кидает, чтобы со мной поговорить снова. Ну, сейчас да, пока не. Я сейчас, короче, без ковай, короче, сел в чью-то тачку, сел за руль. А этот, короче, чувак успел, короче, сесть на пассажирское сиденье. Я говорю, чувак, короче, а, я въебался в что-то там. Я ему говорю, говорю, чувак, говорю, да, успокойся там, все это, то есть, бросись, все дела, я тебе говорю, сейчас ремку куплю, все. Ты, говорит, иди отсюда, ради бога, подальше. А я не знал, что он сидит рядом со мной, я уже хотел лететь далеко, уехать далеко. А я въебался, смотрю, вышел из машины, короче, это, из пистолета у меня, я за машиной такой прячу, говорю, чувак, говорю, успокойся, там, да, говорю, тебе ремку куплю, там, машину твою сделаю, ты, говорю, еще десятку тебе загоню. Он говорит, давай, говорит, иди отсюда, ради бога. Как-то это вышло так, ну, тут запись идет. Ладно, чуваки, давайте до следующего раза. В следующий раз мы точно замутим, вот я сейчас разговариваю с Димасом, тему вот эту, тему маршрута, чтобы тюрьму захватить, мы это сейчас отдумаем. Так что давайте, до следующей серии, всем до свидания.